вы искали простое и интересное блюдо, вы как раз попали на этот канал. Зовут меня Станислав, и я сегодня хочу приготовить очень вкусное, нежное мясо в духовке. Это у меня свинина с яблочками. Получается реально очень обалденное, вкусное, так что стоит приготовить. Кидайте рецепт обязательно в копилку, не забываем комментировать и делиться с друзьями. Начинаем готовить, погнали! Быстренько пробежимся по ингредиентам. Нам понадобится основное — это мясо и яблочек. Яблочек должно быть достаточно много, ни одно, ни два. Вот минимальное количество, примерно 7 штук. Также морковочка, 2 луковицы, головка чеснока и специи, черный перец, соль и пару веточек розмарина. Можно свежий, можно сухой, как у меня. Все, начинаем готовить. Уже на любителя, смотрите, я немного жирок сниму. Можно оставить, мясо получается тогда еще чуть-чуть более сочнее. На мясе делаем небольшие надрезы. Не очень глубокие, но и не очень мелкие. Берем глубокую форму, раскручиваем фольгу с запасом, чтобы можно было потом завернуть наше мясо. Лук нарезаем кольцами, не очень тонко, толщина где-то около сантиметра. Мы сейчас с вами делаем подушку луковую. Все, укладываем наш лук на дно противня. Чеснок. Отрезаем верхнюю часть и просто разрезаем на две части. И также отправляем на дно формы. Две веточки розмарина. Можно даже вот так. Отлично. Также черный перец горошком. Слегка взбрызгиваем оливковым маслом. Теперь разберемся с мясом. Мы уже надрезы сделали. Теперь его нужно хорошенечко приперчить. Прям обильно, не жалейте черного перца. Мясо и черный перец — это как брат и сестра. Со всех сторон не жалейте. А также хорошенечко просаливаем со всех сторон. Все, и отправляем его в форму. Теперь нарезаем морковку. Разрезаю пополам. И примерно на 6 частей. Отправляем морковочку. Несколько яблочек разрежу пополам, а несколько оставлю целыми. Целые яблочки ставим в угол. Все,
теперь фольгой заворачиваем. Готово. Теперь отправляем в духовку. Выпекать буду ровно 2 часа при температуре 200 градусов. Потом мы откроем фольгу и смажем очень интересным, обалденным соусом для образования красивой, интересной корочки. Ну что, отправляем теперь в духовочку. Теперь делаем соус. Нам понадобится чайная ложка меда, пол чайной ложки горчицы и примерно 2 чайные ложки соевого соуса. И хорошенечко это все перемешаем. Теперь с помощью кисточки хорошенечко смазываем наше мясо со всех сторон. И уже в открытом отправим назад в духовочку еще на минут 10. Прожарим до красивой корочки. Мясо с яблочками готово, на кухне стоит такой обалденный аромат, просто не передать через камеру. Ребята, это просто бомбическое мясо, вкуснотень. Понравился рецепт, пиши в комментариях, а также делись с друзьями этим рецептом. Не забывай подписываться на мою страничку в Instagram, ссылочку оставлю в описании. Всем пока!